Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы с вами продолжаем проходить игрушки, я хотел сказать, начинаем проходить игру под названием Happy Game, в буквальном смысле означает веселая игра, но нихера она не веселая, там что-то было написано в самом начале очень много текста по типу лужи крови, зайчики милые с оторванными головами, в общем, если ты слабонервный, ни в коем случае не смотри. Задача наша. Играть за мальчика. Что такое? Который спит и пытается выйти из своего кошмара. И мы ему якобы в этом будем помогать. Сейчас глянем, как это все выглядит. Там в Стиме в картинке такие яркие были, красивые, классные. Что мне прям захотелось все поиграть. Ну и что? Просыпайся. Хорош. Ёб твою мать, смотри-ка, ну. Так, пальцы, парень... тянуть. Пойдем. Шлепает. Ну что ты воешь? Захватит завывать. Пойдем. Выходи из этого кошмара и все, и хорош. Опа, подарочек. Беру подарочек. Ну что такое подарок? Что там такое? Подарок нужно... потянуть. Ух, ебать, как сложно. Ну, в принципе, милый котик, но не прям... Ага. И? Котик улыбается. Вот жирный толстый клоун пузатый. Что с ним делать будем? Оу, класс. Так, что дальше? А зачем? Вылезай оттуда. Матрешка, здорово. Матрешка раз, матрешка два, три. Пустая матрешка, дернуть надо, наверное. Что-то происходит странное. Котики, клоуны, матрешки. Ну. А, надо было домотать до того момента, пока она сама не закроется. Какие-то кровавые, красные, черные матрешки. Закрывайся. Смотри, они были улыбающимися, а сейчас вовсе нет. Вовсе не так все. Они такие все красные, кровавые, черные. Некрасивый, неприятный ужас. Просто кошмар. Так и вот. Мы с тобой помогаем пацану выйти из кошмара. Здесь якобы загадки, все дела, то есть все очень сложно, все очень интересно и все очень круто. Сейчас я сяду поудобнее. Оп, вот так вот. Вот так. Надеюсь, звук записывается, все записывается, надеюсь, все будет отлично. Так, мячик куда-то хочет упрыгать, мне кажется, нет? Хватит. Пойдем в мячик играть. Вспомнил пацан, как играл на площадке с ребятами, со своими друзьями, с товарищами. Товарищ, а ты куда? Ты куда мой мяч забрал? Ну ты свинья, конечно. А вот эта морда черная улыбается, сразу вот видно злой персонаж очень. Так, и мячик мой убегает. Я так понимаю, я побежал за мячиком. Ну и куда? Он далеко будет лететь? Поймай ты его и все, и играйся. Зачем ты за ним так долго бежишь? Идите его колотить. И что это? Красненьким что-то моргает. Так, что это значит? Сохранение или что? Нет, подожди, это не то. Не пойму, чего надо-то? Может, за вот это потянуть? Да, смотри-ка, Мишка. Собрал Мишку. Молодец, Мишка, собрался. Буратино. Или как оно там называется? Держи. Так. Вот тебе Буратино 2. Буратино собрался. Отлично. Опа. Пальцем показывает, что нужно туда тянуть. А, нет, подожди. Рано. Блять. Опачки. Это нас кто? Пацан, пойдем дальше. Там стрелочка нарисована, что нужно вправо куда-то идти. Музыка какая-то неприятная прям. Я так понимаю, здесь появится еще один. Да? Ну да, скорее всего, так... Нет.
Блин. Ага. Вот тебе и блин. А это не то. Мне просто его от этого самого надо. Во, вот так сделал, да. Подожди. Вот так мне нужно сделать. Вот так мне нужно сделать, да. И нужно пойти вон туда. С правой стороны должен... Да, мартышка, отлично. Так, в ручки возьми и пойдем. Пойдем в левую сторону собирать мартышку. Хорошо. Ну и чего? Всем радостно, всем весело, всем хорошо, всем задорно. И пацан тоже наш с тобой радуется. Вообще капец, как ему весело. Снится ему какая-то ересь, а улыбается он, как будто анекдоты какие-то слушает. Это якобы громко, наверное, было, да? Ну да, он лупит в этот, в так называемый бубен. И это происходит очень громко. Какой кошмар. Громко-то как, жуть. Все наши игрушки с тобой разломали, смотри-ка. Собирали-собирали мы с тобой и разломали нам игрушки. Ну ладно, пойдем дальше. Хер бы с ними. Мячик, пойдем, пойдем за мячиком. Мишки прыгают, все, все счастливые, красота. Прям беззаботность. Вот это Свинтус, здравствуйте. А вы кто? Ты какой огромный. Руки шевелятся. И чего? О! Ля, а что произошло сейчас? Как на Дамграде поднимается. Классно. Еще одна загадка разгадана. Правда, тут загадок как таковых и не было. Все, нет? Ты чего там выглядываешь? Ну, что надо-то сделать? А, я понял. Как это долго происходит? А, глаз. Ну давай глаз, если у тебя мячика больше нет. Давай. Давай буду в глаз играться. Да от чего? А, вот. Ты мне дашь что-то? Мячик, мой мячик. Хватай его, хватай, у меня мышки нет. Ёпть, как его плющит, он под чем? Малой заснул, видимо, принял перед сном что-то. Может, новые таблетки какие выписал врач ему лечь? Чё, хрен его знает. Почему его так колбасит? Весело всем, опять же говорю, да, весело. Песенки поются какие-то. А вокруг кровь и кишки. Кошмар. А чего ты сейчас испугался? Мячика? Светофор. И? Ой. Здрасте. А, я понял, что нужно сделать. Вот так. Нет, не это нужно сделать. Это надо вытянуть ручку. Вот. И вот этой рукой. Нет, подожди-ка. Я, может, подожди, не понимаю. А, можно еще длиннее сделать. Это круто, конечно, а зачем? А, ей клад...
Ладошки надо к щекам прислонить. Вот они, щеки. Щеки, вот они, щеки. Да. Вот сюда, вот, ну-ка, вот сюда, вот. И вот, а, нет. Вот так вот. Блин, не могу я. В разные стороны пытаюсь нажимать. Все, девочку счастливо, мячик отдавай. Отдавай мячик. А-а-а. Все. Голову подняли, мячик потеряли. Давай. Ну, наклоняйся в какую-нибудь сторону-то хоть. Во. Все, пацан, пойдем. Мячик наш опять убегает. Здрасте какие, а? А чё ты остановился? Побежали. Ёшки, матрёшки. А чего нужно-то? А дальше-то чё? Эй. Да и пусть идет, сколько влезет ей. Я все равно быстрее буду ходить. Хотя это фильм ужасов, точнее не фильм ужасов, а кошмар, поэтому... Думаю, что... Чуть не придавил, кошмар. Кошмар, мне страшно. Хотя мне не страшно, у меня просто мураши бегают. По туловищу. Опа, а мячик так был близко. Так был близко мячик. Смешно, правда, да. Уточки, ребята бегают, девочки прыгают, кресло-качалка там вон, кони тоже качающиеся. Всем хорошо, все радостны, беззаботны. Лужа крови, здравствуй, лужа крови. Нарисованный смайлик, етить его, колотить, ну и дела. Так, и чего? И чего? И что это такое? А! Надо всех собрать, делов-то, елки-палки. Так, ну, здесь, в принципе, утка. Надо голову от утки найти, правильно? Подожди. Хотя, не, подожди. Вот он мне, наверное, что-то дать должен. Вот этот молодой человек должен скакать на конецкое. Да, правильно, все. Ты мне что-то тоже должен дать. Ну дай мне чего-нибудь. Так, он мне дал какой-то кувшин. Кувшин от чего может быть? Вот максимум вот от этого. А, нет, это гудок, это паровоз. Там же даже звездочки нарисованы. Ну? А чё делать-то надо? А, надо было просто... Просто что? Не понимаю особо. Может быть, ты мне что-нибудь ещё дашь? А-а-а! Во! Ну? О, это из этого... Как он называется-то? Где Соник обниматься лез? Забыл. Chapter 1, я точно помню. А, Как это, блядь, называлось, игрушка? Я не помню, как это называлось, прикинь. Чё у нас заводится с тобой? Чё у нас с тобой может завестись? Машинка. Ай, тут опять взаимодействовать нужно. И куда ее надо? Блять, как здесь странно все организовано. Нет, типа управление... Типа управление здоровское, но... Я прям... Обескуражен. Какая-то собака полудохлая приехала, смотри. Ужас. Ужас. Ну и чего мы будем делать с тобой? Давай еще раз отправим его куда-нибудь. Может, что-нибудь... Ай, ай.
еще что-нибудь привезет. Я понял, надо его еще разок привести, он здесь вот встанет внизу, и ему нужно голову притянуть. Хотя, что-то мне кажется, я вот ближе к этой девочке все-таки притянусь. И чего? И чего я должен сделать? Я честно слово не понимаю, что нужно сделать. Ладно, давай еще разок. Мышка у меня на этот момент пропадает. То есть... Может, вы поможете, нет? Чем-нибудь. Нет, ты мне не поможешь. Ты мне тоже не поможешь. Вы мне тоже не поможете. И это мне тоже не поможет. Ну, в смысле, дзинь-дзинь. Ну, возьмись. А может... Может, пацану надо отдать-то? Он же тоже тянет. Я все понял, надо пацану было отдать. Тупанул чуть-чуть. Пацан, держи голову собаки. Ну? Ты просто хочешь... отцепить надо еще. И чего? Оторвется? Оторвалась. Хорошо. Теперь. Собачка. С добрым утром. Ну-ка. О! И целый набор. Гляди-ка, так, что у нас с тобой сначала должно идти? А кого мы собираем? Глаз, наверное? Нет. Рука, да у всех все... А, подожди-ка, вот... Что-то у меня как-то какие-то с эти мысли какие-то, знаешь, неоднозначные. Может, чуть... палочка, ёшкин кот, а я ее даже не обратил внимания. Теперь будем барабанить. Сейчас набарабаним новые запчасти. Вот он. Так, ты идешь вот сюда. Нет, подожди, не сюда. Сюда? Нет, это не сюда. На. Это ж кролик вообще. Это, наверное... Я думал, справа запчасть от мишки. Какой обидчивый. Ну. Да, это, оказывается, зайка. Хорошо. Зайку мы с тобой соорудили. Теперь мы зайку будем терроризировать. Он, наверное, что-то... Что-то даст, говорю. Забавно. Пацан охеревает посередине. Стоит такой, думает, что происходит вообще? Что происходит? Что творится? А ничего не творится, это кошмар, у тебя в голове все. А долго я буду это все делать? А можно девку собрать, нет? Может... Подожди, я по второму кругу пошел. Девчонка-то вот она. Да, я что-то это передумал немножко. Все, девчонку воскресил. Хорошо. Здорово. С тобой что делать будем? Ой. Ёпть. Так, и чего ты мне даешь? Ну, отдай. Все хорошо у всех, да? Кубик собрал. И получается, что у меня как бы игрушек-то сломанных больше не остается. Правильно я тебе говорю? Правильно. Ну и чего? Посередине. Что делаем-то? Я же говорю посередине. Блядь, значит в левый. Да.
Смотри, левая. Вот она. Блять, да почему? Да почему? Да как? Смотри, влево сейчас находится. Какой-то обман, по-моему, сплошной, нет? Что происходит-то? Че в левый? Давай в левый, сейчас скажу в левый. Хер бы с тобой. Блять, не в левый. И не в посередине, а в правый. Ух. Блять, подожди. Начинается все с середины или че? Может, утку надо поднять? Может, я в игру-то в глупую играю, да? Утка! Утка осталась-то, ёшкинку. А я про неё забыл просто. И чё? И чё с ней будем делать? Ой, она кровью плачет. Внизу прогрузилась лужа крови. Ну и чё, кракена вытаскивать будем сейчас? Да, смотри-ка. Эй! Что делать нужно? А, может еще поплакать утки? Да, лучше будет побольше, мы сможем вытащить кракена. Ух, ебать, это не кракен, это клоун. Здорово. Бим-бим. Будь здоров. Так. Теперь. Что происходит вообще? Вот сюда? Я и про кубики пройти забыл уже. Чё творится? Подожди, он свечку доставал же. Да, вот. Теперь. Все, блядь, это ты видел, нет? Ты сейчас это видел вообще, нет? Я, короче, прям чуть-чуть вот обманулся. Попал, попал, попал. Отлично. Уже радует. И что теперь делать будем? Просто в какой момент он делает это? Попал. Просто вовремя. Чё надо-то? Ну? Он быстро-быстро раскручивается. А чё надо-то? Я ж всё разжёг. Я может, дурак как? Я чё-то не понимаю? Нет, подожди. Быстро раскручивает. Давай еще послушаем музыку. Как все сложно-то. Раскручивай давай руки свои. Справа видел, что-то улетело, блин. А может вообще все это не нужно, а? Кому все это надо-то вообще? Для чего? Для чего что это надо-то? Для кого? Ух, блядь. Запутался. Быстро раскручивает.
Может, я правый не поджигаю? Может, что-то еще происходит? Может, я что-то не доделаю? Подожди, давай еще разок. Я что-то просто не понимаю, наверное. Не вовремя я это делаю. Надо чуть-чуть подождать, когда он крутить начинает. Руками быстро. Все. Все, да, отлично. Что сразу нельзя было? Блять, что происходит? Что происходит? Что творится-то? Ладно, кубики прошел, уже радует. Сколько у нас с тобой? 25 минут. Но еще 15 минут мы с тобой поиграем. Ага. Ну, пойдем, мячик, вот он. Назад. Дороги нет. Ебать, как он любит мячики. Просто капец. Проснулся. Не проснулся, мне кажется, это все в кошмаре. Сейчас монстр появится. Да. Опять говорит, спать ложись, хорош. Проснулся? Давай дальше. Типа это второй уровень получается у нас с тобой, да? 25 минут на первый уровень потратился. Потратили. С тобой. Бежит малый по причалу с зайцем. Увидел огромное злое солнышко. Призадумался и типа такой, подойду-ка я поближе к краю причала. А злое солнышко-то сзади его сейчас оттолкнет. Оступился и упал. А зайчик-то потонул. Сейчас потянется и упадет. Херушки. Злое солнышко-то улыбается сзади него. Хоп, и съело его. Угу. А ты думал? А ты думал? О, примерно то, что я видел в Стиме. И чего? Зайка, просыпайся давай, пойдем. Музыка веселая, солнышко, все дела. Бабочки, полянки. Ну, пойдем. Ну, вставай. Ух, ебать. Какой страшный заяц. Но мы за ним идем все равно, нам не страшно. И чего это? Колокольчик. Может, подбежать туда нужно, нет? Да полевее чуть стань. Нет. Да. Веселух-то. Какой огромный фиолетовый заяц. Страшный фиолетовый заяц. С огромной пастью. Съел маленького красного зайца. И съест сейчас меня. Не съест, я главный герой. Хер он что сделает. Правильно, правильно. Так, это типа мне приснилось, да? Мы проснулись и пошли дальше. Грибочек. Грибочек подобрать нельзя. Как жаль. Так, это вот этот колокольчик призывает огромного зайца. Опа. Не, а можно его посадить вот в эту? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я хочу вот в эту лунку посадить его. Блять. Ладно, хрен с тобой. Это что, их всех собрать нужно? Что тут еще есть? Кровать. Больше ничего нет. То есть это, мне нужно что-то делать с морковкой. Правильно? Правильно, да. Так, хорошо. Этот кролик должен на морковку как-то сагриться. Я не знаю, ну... Не может такого быть, чтобы он...
на меня залился. Пусть съест морковку. Пойдем. Не, нихера, смотри-ка, не злится он на морковку совсем. Жаль. Ну давай мы с тобой сделаем все в следующей серии. Потому что так велит жизнь. Если тебе понравился ролик, напиши обязательно об этом в комментариях. Естественно, мы с тобой будем проходить дальше. Не знаю, насколько она длинная. Мне кажется, что она достаточно быстро проходится. И спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в других видео, в следующей серии. И пока.